Женщина на корабле, к счастью, курсанты и курсантки Государственного университета морского и речного флота отправились в первое учебное плавание. Образ тоскующий, а соль, пристально следящий за горизонтом, прошлый век. Морячки отвоевали себе право нести вахты и ставить паруса. Сегодня в поход провожают Анну, а на берегу остается возлюбленной. Шутки на самом деле были, но сейчас уже отгремели, потому что как бы не до смеха. Просто грустно. 100 лет назад считалось, что женщина на корабле к беде. Современные морячки этот постулат опровергли. Многие девчонки лучше ребят работают. И лучше ребята чувствуют себя на высоте. Вот это для меня было неожиданно. Впереди у курсантов путешествия по северному полушарию, 2 парусные гонки и 18 заходов в порты мира. В порт Петербурга парусник вернется лишь через полгода.